Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Братату-Потату, в нашу картошечку-лепешку. И сегодня у нас предпоследний персонаж из мода Потамоц. Это будет у нас герой. В прошлой серии раз мы играли в ГМО. Скоро приступим к еще очередному, собственно, большому моду. Но сегодня пока что у нас герой, в общем-то. Что у него, значит, со старта? Стандартное ХП и громовой меч. Вот это самое любопытное, конечно. Ну, правда, не только, на самом деле, там статы у него совершенно другие. Измененные модификаторами, все такое. Плюс 50 удачи и 100% вашего параметра в мили в середине волны преобразуется в стихийный урон. Один к одному причем. То есть, один мили равно одной стихийке, хотя мы получаем 2 мили и одну стихийку. То есть, стихийку набрать гораздо сложнее, чем мили. Но потом мы конвертируем. Модификации типа процент к скорости атаки ослаблены на 25%. Модификации типа урон в дальнем бою и инженерии отключены полностью. Минус 25% получаем опыта. То есть у нас какого-то бафа... А, у нас баф идет плюс 50 удачи, и то, что со старта у нас мощное оружие. И то, что у нас в середине волны, мили преобразуется в стихийку. Мы, ребят, само собой берем электрозаточку, потому что она аналогична, как буквально этот самый, как его, как громовой меч, но на минималках, типа. Хотя электрозаточка — это тоже очень крутое оружие. Ну вот что-то в таком духе, в общем-то. Соответственно, мы сегодня, ребят, играем со стихийкой, с громовым мечом, с которым я полноценно до сих пор ни разу не играл, потому что его хрен найдешь вовремя. У меня синим таймером всегда показывается волна, да, время волны, которая указывает как раз на то, что у нас конвертация статов идет. Соответственно, вот как-то так. Получается, что мы качаем с мили, но второй половине волны у нас будет чисто стихийка. Это нам дает просто ноль. Показано даже так. Что касаемо... Погоди-ка, как посмотреть мне? А, вот так можно, да? Ага, у нас стихийный скейл здесь частично идет, в том числе в мили части. Ну, в контактном уровне, в смысле, в обычном. Вот тут и вопрос, на самом деле, что именно мне лучше качать. Я, наверное, мили пока возьму, конечно. Сейчас я объясню просто, что к чему. А тортик мы берем, как странно выглядит книга, которая просто ничего не дает. Я ни разу не встречался, допустим, персонажей, у которых отключен полностью модификатор после установки мода, который перерасчитывает статы полностью и показывает себе это. Тортик возьмем, реролим, электрокинжалы берем, электроздочки, то есть... Мне будет трудно найти громовые мечи, но надеюсь, что они все-таки мне попадутся. Они острая стихийная. Острая дает просто мили и, судя по всему, крит удар, скорее всего, там, да? Мили у нас, соответственно, конвертируется в стихийный урон, из-за этого у нас там не видно дальше описание острова. Удача мне позволяет с большим шансом найти громовой меч, например. Но, тем не менее, не спасает тоже все положение, я бы сказал так. Растение давайте возьмем. Шапку с винтом. Может быть, стоит взять. У нас две орды. Лука Саванса безумно приветствуется, кстати говоря, да. Мне будет очень приятно. Спасибо, ребят, за поддержку всем, кто его проявляет. Получается такая ситуация, что мы, если качаем мили, то мы вначале хорошо лупим обычной атакой. А потом мы начинаем бить... А потом мы также все еще хорошо бьем обычной атакой, но мы начинаем сильно бить молниями во второй половине волны. Потому что если у нас, например, 100 мили... И у нас базовая атака очень мощная. Во второй половине волны она останется такой же мощной, потому что у нас стихийка конвертируется с таким же курсом, один к одному. Отдельно стихийку качать не очень эффективно. Скорость атаки при этом в любом случае мне тоже нужна, кстати. Давайте скорость атаки возьмем. В любом случае мы его хотим качать. Шовел это у меня из мода Потота. Не ожидал, что он попадется. Я его не отключил просто, ну ладно. Тоже с ним скоро будем играть. Это из того мода. Один из предметов, который, собственно, валяется оружие. Хрен-то с ним, что у нас оно сейчас немножечко так промелькнуло. Если же мы качаем стихийный урон, это означает, что мы получаем его гораздо меньше, потому что его дают за левел-ап, например, в два раза меньше, чем мили по стату. Да и его найти, в принципе, сложнее становится. Ну, сложнее в целом, да? Но зато какое его преимущество? То, что он в первой половине волны сразу делает наши молнии тоже эффективными. А если мы качаем мили, мы только во второй половине волны их бафаем. Но при этом все-таки вторая половина волны, как правило, труднее, поэтому мне надо качать именно мили урон, я так понимаю. Это будет в целом выгоднее, получается. Вежливого пришельца, я думаю, что мы возьмем. Уточку тоже, тортик тоже возьмем. Электрозаточки, они очень крутые, если ты раскачиваешь как раз-таки стихийный урон, потому что, по большому счету, это оружие, которое... Оно как бы мили, но оно запускает электрическую штучку, которая имеет 100% скейл от стихийки. И... Плюс еще имеет отскоки. Я вот не помню, только от отскоков оно... Вроде не понижает. А, или понижается. Я не уверен, понижается ли урон от отскока у этого оружия, потому что у него отдельно это не прописано. Я, честно говоря, снова это не помню. Но, короче говоря, это, по сути, миль оружия, которое дополнительно стреляет просто. И выстрелов он делает много. Мили его часть сильнее против толп, когда ты
ну, когда просто много врагов ты задеваешься на удары. А выстрелы, они просто хорошо, комфортно работают с приятным весьма себе скейлом. Но оружие получается гибридного типа. Качать то и другое может быть непросто. Так, это нам не дает дальнего боя, поэтому здесь не отображается. Я предпочел, что писалось бы плюс 0 дальнего боя, а то здесь непонятно, почему такие статы было бы. Так оно должно плюс 2 дальнего давать. Тут, конечно, баланс статов такой себе. Но это не пишется. Так, это мы берем, и черный пояс тоже, наверное, возьмем, я думаю. Причем черный пояс берем в приоритете, потому что это сразу опыт здесь сейчас. А мы на этой волне, в принципе, с тремя пушками все еще справляемся. То есть качаем все-таки миришку. В первой половине волны стараемся выжить просто за счет ближнебойных атак, потому что молнии бьют слабо. А как только вторая волна, у нас просто дополнительно подключается урон молний. У нас никак мили урон не падает. А нет, стоп. Это у громового меча урон мили не падает. Урон не падает с обычной атаки. Он падает у электрозаточки. Электрозаточки становятся бесполезны в мили во второй половине волны. Зато молнии ее работать начинают. Вот получается вот такой персонаж. Герой, который вот с таким громовым мечом. Будет очень круто, если мы сможем перестроиться полностью на громовые мечи, но это надо, блин, умудриться еще. Они минимум фиолетовые встречаются. И даже если вот сейчас у них есть уже шанс, что они встретятся мне, он не очень большой. И когда у меня целая пачка ненужных мне оружий, шанс на это и подавно маленький. Потому что, ну, как ненужных, да? Электрозаточек, и электрозаточки будет в пул в их сторону будет сдвинуться совершенно очень сильно. Кисти рук, не знаю, хочу ли я брать, если честно. Вроде и можно. Давайте, ладно, возьмем. Пока не так поздно, они еще много мне дадут, в принципе. Электрозаточки покупаем. Ролл делаем. Кролик, хорошо. Вот у меня 5 электрозаточек, и попробую найти теперь громовой меч, даже тогда, когда он... сейчас у меня фиолетово может оружие попасть уже. Вполне, удача какая-то есть. Но мне в любом случае даже электрозаточку фиолетовую будет сейчас найти непросто. А громовой меч, к тому же... отдельно целая беда. А белым и синим он не встречается. То есть даже если бы меня, если бы я смог бы сейчас выживать как-то с одним громовым мечом только лишь. Хотя я так не смог бы сейчас явно. Электроточки сбагрить, чтобы пул в их сторону не сдвигался. То мне еще попробую все еще умудрись найти хотя бы, блин, этот громовой меч. Потому что фиолетовый чисто сразу искать, ну, не то что прям много шансов как-то. Минус получаем опыт, мы сейчас нивелировали при помощи пояса. Надо дальше себе само собой бонус опыт повышать. Получаемый, будет приятно. Судя с этим материалом. Так, рольнем здесь, наверное. 6% скорости меня устраивает. Шокер. Шокер от стихийки работает, между прочим. Мы можем его использовать спокойно. Но он будет на второй половине волны типа только работать. Как бы мне не то, что интересует. Мне в любом случае, хоть кофе становится, начинает меньше давать бонус, надо понять, что у меня любая скорость атаки дает меньше бонуса теперь. Мне все равно кофе стоит брать, это все равно много полезных статов. Так, 2 стихийки и 4% крит удара. В принципе, взять можно. Оно еще дает минус 2 дальнего, по-моему, изначально, но сейчас не написано этого. Грибочек тоже можно, наверное. 3 регена немного, но приятно. Сейчас у меня никаких статов в большом количестве нет, но тут и 7-я волна, пока не на что особо рассчитывать. Не знаю, если получится громовые мечи набрать, я буду прям счастлив. Если нет, то мы с одним громовым мечом в любом случае останемся, потому что он никак не мешает мне. Электрозаточка, ну практически никак не мешает, он сета немножечко другого, да, один из сетов. У нас там сет до конца не собирается, но хрен-то с ним. А сет громового меча, соответственно, полностью пустой, поскольку у нас нет больше их вообще. Но тем не менее, громовый меч это типа электрозаточки на максималку. Громовой меч, он, по крайней мере, не проседает по своему урону во второй половине волны. Потом мы будем бить только молниями. Но мне этого будет достаточно. Можно качать чистую стихику на электрозаточке. Мне кажется, это будет работать, потому что тебе этого должно хватить. Это считаете как рогаткой лупить. Вот примерно так. Тоже отскоки. Хороший урон. Только оружие милишное получается. Ну, с небольшим еще там нюансом, соответственно. Робот-странник. Хорошо. 3 брони возьмем. 20 удачи. Ну, давай. Раз так предлагают. Это тоже покупаем. Делаем себе синие заточки. Пускай будет лучше так, наверное, пока что. Ролл не забываем. Садик, улитку по-любому. Острый соус и садик мне, наверное, не особо нужны. Не будем тратить деньги на предметы, которые, ну так, типа, неоднозначненько смотрятся. Даже если я сейчас бафнул бы фрукты. Хотя фрукты-то, кстати, у меня шанс дропа на них приличный. Бафнуть их еще пищей. Ну, я в любом случае бафнул бы их пищей, если бы она попалась, да, и соком. Они в любом случае хороши. Хотя зато на фоне большого количества удачи мне фрукты от садика могут быть не настолько необходимы. Я бы не отказался от релика от этого предмета просто так, но отдельно его покупать за его стоимость сейчас я как-то не особо готов. В целом мы себя чувствуем вроде как комфортно, вроде как нормально, но умираем в случае чего достаточно быстро.
такой сбалансированный забег получается по статам. Все по чуть-чуть есть. Ровненько идем. В следующей серии у нас будет Экстатонион. Потом снова Потомос, потом Экстатонион, а потом у нас будет мод Потота как раз, в котором там лопата появилась и всякое такое. 278 материала, почему мы так мало фармим? Вот это я что-то не понимаю. Вроде фарм у меня не уменьшен. А фармим прям копейками. Скорость таки давай. Минус бонусного опыта у меня только идет. Это не материалов, это именно опыта. Что-то, такое ощущение, что фармить должен был побольше. Ну, вроде, чуть-чуть, вроде все на месте, а как-то получается так себе. Так, очки, в принципе, взять, ну, можно, но не прям нужно. Давайте возьмем, ладно, можно будет жертвовать потом этим спокойно. Свеча, 4 стихийки, это приятно, но я не хочу минус 10% врагов себе делать. Стихийка, опять же, для меня это просто дает урон сразу же. Не только под конец. Так мне лучше все-таки от мили играть. Ролл, картофель и мед. Кандалы нет. Не-не, кандалы точно нет. Учитель Боб замечательно. Вот тебе бонус опыта, большое количество прям, да? Потерянная уточка минус стихийка. Вот сейчас уточку я не буду брать. Редко ты играешь от стихийки. Редко я играю от стихийки, точнее. Может быть, вы играете часто. Но я не очень часто получается так. Хотя стихийка как элемент мне очень даже нравится. Но просто редко через нее персонажи располагают, к этому оружия таких тоже не очень много, и все в таком духе. Хотя в целом я стихийные забеги обожаю как раз. Путочку обычно ты берешь, но вот сейчас даже эту единичку я терять не особо хочу. Надо понимать, что стихийка сама по себе, ее дается мало, и не так просто найти. Единичка это, ну, не хочу терять, короче говоря. Удача, конечно, приятна, но не вместо этого стата в данном случае. Могут быть трудности продержаться, на самом деле, в первой половине волны. Потому что громомеч, он во второй половине волны, он получается чисто бафается, электрозаточка, она меняется просто. Вот в чем прикол. Громовым мечом, если мы орудуем, то чисто мили надо качать. Если электрозаточка, то тут мили потом перестает работать просто. Милишная, точнее, часть. Удар сблизи. Потому что у него скейла нет на это. От стихийки. Так, робот-странник еще один берем. Давайте здесь рольнем, наверное. Скорость таки, хорошо. Плечи пустые. Можно крафт жизни взять, но, блин, ее надо из минуса выводить. Давайте лучше 4 мили возьмем. 9% уклонения, хорошо. Бандана. Снаряды пробивают доп цели. Это вроде бы работает на наши снаряды вот эти. Но надо ли мне оно, когда у меня и так тут прошивание насквозь целая куча? Минус 10% урона, учитывая, что у меня урона процентов минус 4 и так, я не хочу себе брать, если честно. Давайте возьмем пиявку, наверное. И здесь рерольнем. Огнемет работать и будет только во второй половине волны. Не хочу. Тыква. Думаю, что нет. Учитель Боб еще один. И знамя прям все в минус краш жизни. Да, но я возьму Боба. Плащ. Минус 2 мили, минус 2 стихийки. А, как он много забирать будет. Это минус 4 стихийки. 4 стихийки суммарно на второй половине волны. На первой половине волны минус 2 стихийки, минус 2 мили. Это прям неприятно. С другой стороны, он дает целую кучу прям статов. Все равно он выгоден за свои 218, 20% уклонения и 5% краш жизни, которые в плюс мы увидим. Я, наверное, это возьму все равно. Хоть и по дамагу, он прям ощутимо добафает меня. Надо процентный урон бафать и мили еще. У меня их мало все еще. Да и хп, кстати, тоже надо бы. Мы много сейчас опыта будем набирать за счет учителей бобов этих. В итоге у нас на минус 25% база была, но в итоге получилось плюс 80%. То есть вот как-то так, да. Поначалу особенно очень ощутимо дебаф по опыту вернуть себе обратно, потому что он идет именно плоско, а не множителем. И мы просто на четверть опыта меньше получали. Сейчас уже, чем дальше ты опыт качаешь, скажем так, он себе добавляет вроде как столько же, но от текущего значения баф не очень большой. Когда у тебя минус 100% по опыту получаем, да, это сразу ты 0 получаешь вообще вовсе. Я так понимаю. Было бы вообще неприятно. Так, материалы собираем. В прошлый раз у нас был исследователь плюс криптит. Мне писали про такой вариант еще того, как можно было через них поиграть. Это играть от сбора сундуков. Но это надо очень сильно зависеть от удачи. И от того, что тебе надо найти мешки и надо найти утилизатор очень быстро. Тогда ты с деревьев налутаешь предметов, их за их разбор будешь лутать материалы, соответственно. Странная книга, просто... Че с описанием? Почему описание так странно пишется? Что делать странная книга, я не понимаю. Почему описание сломалось? Минус один урон, минус один стихийный урон. Она делает с дальним боем, да, что-то или что? А, нет, она с инженерией делает.
Она за стихийку дает инженерию вроде бы. Поэтому пишется, что ничего. Эффекта нет, типа. Окей, тогда разбираем. Тихоходка, хорошо. Давайте 8% урона я возьму, наверное, здесь. Хоть невыгодно брать, опять же, процентный урон. В статах так, он невыгодно качается, но тем не менее, мне он нужен. 9 хп. Пчелу нет, волшебной палочки нет, мимо. Огонь разгорается быстрее. Было бы неплохо, будь у меня колбасня, но у меня колбасни нет. Пока не будем брать. Милая обезьянка, вообще хорошо. Электрозаточка, ролл. Уточка, прицел, знамя, метушка нет. Донорство, котенок, шлем, копье. Давайте еще один ролл сделаем, потому что сейчас будет волна опасная. Карандаш просто, просто минусом держи. Странно как-то, что ты говоришь, неудобно, что этот мод он отключает просто описание предметов. Хотя раньше такое не припоминаю. А, ну потому что у меня персов не было таких, которые просто отключают, да. Я что же сказал. Давай еще один ролл. Жадно, да, ищу что-нибудь прям вот. Чем-нибудь спастись. Потому что сейчас как-то хп маловато. Хотя вроде есть и брони немного там, и 5 брони, и 29% уклонения. Все равно как-то опасненько. Так вот, в общем-то, исследовать плюс идти, да, целая куча деревьев, там, прикиньте, там 30-50 деревьев, например, за волну рубить. Но это надо, чтобы у тебя были мешки, которые будут давать тебе материалы за подобранные ящики, и утилизатор, чтобы разбирать это все. Без этого за сломанные деревья ты получал бы вообще дикие копейки. То есть можно поначалу играть как от криптида, а когда ты находишь мешки и утилизатор, тогда начинает рубить деревья. Вот тогда это бы работало хорошо. Но надежда опять же на шару, как и в том, что из деревьев будут дропаться сундуки. И на это надо качать еще на удачу. А это доп стат, на который ты тратишь ресурсы. В прошлый раз я посмотрел, там фармили вроде как нормально вполне, как на других изовеках тоже полноценно, но многих статов не хватило по итогу. Чувствовалась прям нехватка. Нормально держимся. Левелов 2 набрали на этой волне. Не знаю, вот учителя Боба вроде есть. Могу сказать, что я прям сильно чувствую левелапы как-то. 17 уровень, ну вроде норм просто для этого этапа. 20 удачи. Хоть и не бесплатно, не халяву. 12% к урону, хорошо. 10% ракет дает и минус 3% скорость атаки всего лишь. Но для меня в любом случае 4% это как... Все равно это много, потому что... А, она 4 давала, да, изначально, минус 4% скорость атаки. Потому что мне и набирать 3% так же тяжело. Черный пояс берем. Ролл. Вот пламенный кастет есть, да, который мили, он буквально как электрозаточка. Он вначале будет лупить сблизи, а потом будет лупить свои обилки только лишь. Но он разгорается, он типа носит много урона огнем, но им надо разгореться еще. Не буду это, наверное, брать. Мутация. Один стихийки, по-моему, один дальнего она дает, что ли, или что-то такое, не помню уж точно. Не готов я брать ее минус 3% скорости за одну стихийку за 63. Как-то так себе. А вот повязку возьмем. Зря еще один ролл сделал, наверное. Точильный камень. У меня отталкивание очень слабенькое на мече. На электрозаточке вообще нет. Я не думаю, что это мне какая-то проблема. Поэтому возьмем, я думаю. Гекончика можно. А вот пшеница... А, пшеницы нет как раз-таки. Она дает дальнего, забирает стихийку. Стихийку потом вернет, конечно, в второй волны. Но так в целом ее брать не стоит за свою стоимость. Давайте точильный камень и гекончик сразу берем, собственно, и идем потихонечку дальше. Такое пока непонятно, во что выльется этот забег. Не чувствую я какой-то прям уверенности хорошей. Что будет на элитке в том числе? Хватит ли дамага? Хватит ли выживаемости? Тут еще надо, знаешь, у меня вторая волна, вторая половина волны у нас усиливается, электромеч, да, и заточки в целом тоже становятся сильнее, я бы сказал. Однако до второй половины волны надо еще дожить. На элитках, на боссах особенно, да, на поздних волнах, тебе труднее всего продержаться самое начало. Ты либо умираешь быстро, либо ты, блин, либо проходишь волну уже там, убивая их раньше времени. Они редко, редко такое, что на 30-й волне у тебя боссы проживают всю волну прямо. Или там ты убиваешь их там на 40-й, на 50-й секунде только лишь. Чаще всего либо легко сразу же, либо жопа становится, потому что доржить невозможно. И продержаться вот эти вот полминуты до второй половины волны мне может быть очень тяжело. Поэтому вот... Да, хоть мы там будем очень сильными, от стихийки играть много стихийки будет, но попробуй продержись еще. И как-то мало я фармлю, я не знаю почему. Вроде я мобов количество увеличиваю, все такое, а толку как-то мало. И еще 12% урона брать, что ли? Нет, давайте 3 брони. По-моему, урона сейчас более-менее нормально. Счастливый талисман. Не хочу. Робот-странник, не думаю, что мне еще один прям нужен. Электрозаточка покупаем, ролл. Еще электрозаточка. Статуэтка, одноглазый червь. Тоже давай, еще ролл сделаем один. Факел, вот, кстати говоря, факел, он скорее как раз-таки как громовой меч. У него есть мили и стихийка. Он сразу бьет мили, а на второй половине волны он просто начинает лупить дополнительно еще и огнем отсюда. Хорошо.
Ну, вначале он бьет не очень сильно. Потом начинает мощнее. Просто он бафает в эту часть себя. А Миля обычная атака остается такой же силой. Можно, в принципе, его взять на самом деле. Он стихийное все еще дает. Будет у нас огонь. Знаете что, мне нравится такой вариант, вполне. Будет у нас разнообразие по оружиям. Почему бы и нет? Но все равно сет у нас останется таким же на месте собранным. Зато будет факел, который подожжет, и мне много поджигания как бы не нужно, потому что оно не стакается. А вот один источник поджигания, в счет того, что у меня и колбасы той же нет, да? То, в принципе, почему бы и нет? Не думаю, что у нас как-то упадет урон сильно прямо в начале из-за того, что факел сам по себе бьет слабо в миле. Тем более, что у меня все-таки 7 стихий есть. Тоже нам на первой половине волны все-таки немножечко мы лупим. Но получается, что на второй половине волны этот перс имеет стихийного урона гораздо больше, чем может кто-либо иметь, поскольку заливает его себе в огромных количествах. Он ФНС, перс, соответственно, то самое, как и у киборга. То есть идея здесь похожая, с конвертацией такой статов. Такое можно много, в принципе, чего придумать. Такое тоже весьма необычное ощущение от игры дает. Особенно, когда вот хорошо раскрывает этот меч. Но я все еще до сих пор не нашел ни одного такого меча дополнительно вторым. Причем мне лучше не улучшать этот, а брать, соответственно, дополнительным именно что вторым. Чтобы повышать шанс пул в своих сторонах склонять. Да и так импакта больше будет. Серебряная пуля замечательно, ответный удар тоже замечательно. Уклонение берем. Странный призрак и орда. Шикарно, да? Вовремя. Ой, не знаю даже. Так, я беру электрозаточку. Давайте, ладно, возьмем призрака. Надеюсь, что выживем. Думаю, что выжить должны. Ролл за ноль. Ролл за ноль. Безумие. Безумие меня устраивает. Козлиный череп. Три милишки. Минус 2% крита. Не хочу криты терять, честно говоря. У меня криты x2 дамаг. А, кстати, а критуют ли мои молнии вот эти, которые вылетают? Надеюсь, что да. Так, хпшечка восстанавливайся быстрее. Может быть и зря, конечно, я взял это. Надеюсь, что справимся. Что дальники меня этим не задушат. Что они сразу появляются. Но, в принципе, мы их с молнией гасим неплохо. То есть такое мили-оружие, которое при этом... Правда, хотя, опять же, оно от психики скелится. Оно немного выносит врагов издалека. Правда, опять же, до этих врагов надо еще пробиться, если мне вот такая орда идет здесь. Может быть, трудно до нее докопаться просто. Скорость атаки надо, опять же, подкачать. Еще. Чувствую я как-то, что мы не слишком быстро прям атакуем. У меня сколько вообще? 30%. Здесь 0.91 скорость атаки, здесь 0.74, 0.62, 0.56. Ну да, у громового меча все-таки поменьше скорость атаки. А, кстати, а что касаемо его стата в принципе... Еще 30 базового урона у него, и скейл очень хороший на миле и на стихийке. А при попадании по врагу вы создадите снаряды 2, которые замедлят его и носят урон. А, громовой меч вообще иначе работает. У него 2 снаряда, но они не рикошетят. То есть мне надо было бандану брать для них. Тут, конечно, такая толпа врагов, знает, что после рикошета в прошивании одной цели оно все равно все еще попадает во врагов. Ну а тот момент бандана, она вот минус 10% урона, это было бы неприятно. Но в целом сейчас прошивание насквозь мне пригодилось бы все-таки. Тем более, что оказывается... Не буду брать уточку даже бесплатно. С меня копилку, ну давай, ладно. 15 удачи. Нет, давай поищем что-нибудь еще. Стихийка. Дальний бой. Надо было брать. 9% критов, зато хорошо. Металлодетектор. Приманка тоже берем. Электроздочка. Тоже покупаем. То есть он создает 2 снаряда, у них нет рикошет, зато они замедляют. А скейл почему такой странный? А, стоп. Не понял. Здесь как бы пишется 30 урона у нас, да, в конце. Не пишется база урона у этой молнии. У нее скейл от стихийки. То есть типа 7 на 36% урона домножается на 1.36, то есть, да? Но какая-то база урона еще есть у электрозаточки, судя по всему. И она большая. У громового меча заметно меньше. Снова странный призрак, в принципе, пускай будет. Думаю, что справимся. Окей, но там не пишется, знаете, как у обычных статах оружия. В основной его части атакующей пишется база урона справа, а слева показывается итоговый бонус с учетом скейлов. Итоговый дамаг, точнее. А здесь пишется только итоговый. Сколько база, там неизвестно. А чем больше база, опять же, тем профитнее процентный урон качать. И тем позже, ну, сдвигает немножечко баланс... Плоского и процентного множителей. Бонус, точнее.
Так, вторая половина луны пошла. Выносим этих щеликов. Хорошо, один сундук есть. Где второй? Еще не появился, что ли? Вот второй. 65 здоровья. Мне выпало колечко, кстати, я ничего про него не сказал. Это замечательно. Поздновато немножко, хотелось бы пораньше, но в целом хорошо. Оно все еще мне даст достаточно много урона. У меня отключены сейчас... А, нет, стоп, у меня отключены предметы только ГМО. У нас все еще есть предметы из этого мода. Есть крепость. Но потом в дальнейшем я крепость отключу. Мне кажется, она весьма сильная. Да и я не хочу заполнять слишком большим количеством предметов из модов в каждой серии, все. Острый соус на халяву я возьму, потому что это просто хп. Милая обезьянка, замечательно. Она уже там восстановила целую пачку хп, между прочим. 4 стихийки, хорошо. Детеныш пришельца нет. Электросточка белая, берем. Ролл. Палка-воевалка. Ответный удар нет, наверное. Кожаный жилет. В принципе, можно взять. Боксерская перчатка. Я не знаю, сколько мне она нужна, но, допустим, возьмем тоже. Снова странный призрак. Пока не элитка, пока берем тогда. Линзы, просто хочешь минус 5 дальности? Просто так. Держи. Повязка на глаза. Щупальца, тоже хорошо. Звонкий ошейник. Плюс количество врагов, минус бонус на опыту. Плюс к уклонению, не знаю, хочу ли я это. Не хочу. Щупальца, давай. Это, в принципе, больше материалов, да? Опыта, ну... Больше материалов, больше опыта, опять же, да, там примерно то на то и выйдет, но мне будет потруднее, а плюс к уклонению я не хочу сейчас брать за такую цену и с дебафом таким все-таки. Призраки сплошные, меня они прям преследуют, но на это сам, на перед элиткой брать не будем. Сейчас было опасно, если бы я наткнулся на врага, может быть, красный враг меня бы и вынес. Надо поаккуратнее выхилиться. Опять же, нет возможности выхилиться как-то очень быстро, поскольку фруктики не забафаны никак, не выпало еды на них. Наши молнии... Да, они критуют, точно, у них есть криты, хорошо. А, у меня же есть еще обнуление, кстати говоря, точно. Я забыл как про него. Вместо обнуления у нас еще выполнение в том числе там имеется. Вторая половина волны, мы должны усиливаться в целом. А так, за счет тихоходки я спокойнее мог на самом деле призрака брать, только как-то я про нее забывал и играл, как будто бы я сейчас умру в случае чего в начале волны, но... Можно на элитку, в принципе, тоже брать, но на элитке может быть опасно. Надеюсь, что мне не просто игра не предложит соблазна выбора призрака. А то я ведь захочу взять его. Ну, либо залочь его, просто возьмем на следующую волну. Сейчас будет элитка. Возьмем хп, ролл, две брони, снова лопата. У нее скейл от удачи. Прикольно, острая, примитивная. Но пока я не считаю, что он делает особо так. Приманку возьмем. Подожди, я тоже кролика же взял только что. Вроде бы. Должен быть два рерола, мне казалось. Ладно. Фея. Фея дает мало весьма. Можно урон при пробивании вот это взять. Ну, минус урон при пробивании. Надо будет нам тыкву обратно возвращать тогда. Тыквы урон возвращать. Малопроцентного урона фея даст мало сейчас. У меня недостаточно белых предметов. С другой стороны, я и красных не то чтобы прям много видел. Давайте возьмем фею все-таки. Это неплохой реген. Я надеюсь, что мы... Что она в минус нам не выдаст. Если она выйдет скорее в ноль постепенно, если мы будем долго жить. Но в минус вряд ли успеет. В минус это надо прям много красных предметов лутать. И много продержаться. Не уверен, что у меня их такое большое количество будет. Я пока не особо вижу потенциал этого забега. Там, чтобы он себя хорошо прям чувствовал на 30-й волне, если честно. Пока непонятно, как у нас по статам идет все. Смотрим сейчас. Вот мы элитку едва-едва ей... Меньше половины хп ей снесли, сейчас еще и волна усложняется. Зато теперь у нас пошли молнии гасить сильнее. Ах ты, блин. У нас сейчас стихийки становится 23. Так, аккуратненько, аккуратненько, давайте. Элитка становится тоже агрессивнее. Видите, мне даже носорога вынести тяжело сейчас. Поэтому я и говорю, сомневаюсь насчет этого забега. Фею не зря взял. Пожалуйста, вынеси его. Я хочу красный предмет. Да, вынесем. Вынесли. Блин, ну это было на самом деле. Ну... Слабоватенько. Сдоть сундуков прям насыпало, так насыпало. Лягушонка, наверное, не будем брать. Не хочу уклонение терять. Дальний сбор, не то, что мне прям столько надо. Уголь. Замечательно. Вообще, уголь прям шикарный для меня предмет. Кибершар. О, проки пошли. И, блин, плащ. Ланка, плащ. Стоп, а это не красный предмет, это из зеленого сундука, ведь сначала они Они же сначала открываются. Или там они по порядочку, может, как пошли, не знаю. Я это возьму, да, это было от другого. Ох, волчий шлем. Стихийка и удача. Просто вообще то, что надо. Вот это да. Волк из скала. Вспоминается сразу.
Замечательно. Волчий шлем — это то, что мне нужно было буквально. Теперь у меня целая куча стихийки, у меня очень много, у меня овер уклонения, я понимаю, да, за счет плаща, но я уклонение могу тебе жертвовать. В этом суть. Мне бы желательно найти скорость атаки. Не уклонение. Можно скорость бега взять, но я бы предпочел скорость атаки, если честно. Скорость атаки 15%, да, выглядит как будто как просто фиолетовая. Берем. Острую пулю тоже берем. Это будет выгодно. Инъекцию тоже. Клейку, ленту. Нет. Удобрения тоже нет. И это все тоже мимо. Меч, электрозаточка. Ни одного этого самого громового меча, между прочим, так и нет. Ритуал замечательно вообще. 17 400 урона громовый меч наносит урона, да? А зато заточка красная 26 тысяч. Факел 6200, здесь 25. Здесь неизвестно, потому что только что это взяли. Да, громовой меч бьет сейчас слабее. Но зато для него будет ощутимее импакт при пробивании. Да и в целом его надо прокачивать. У него все-таки сила в том, что он сблизи сам по себе бьет сильно. Заточка сильнее снарядами лупит. А меч при прокачке стихийки, он имеет и то, и другое. То есть прикол меча буквально в том, что ты можешь на нем полноценно качать стихийку и не терять ничего. Заточка, по большому счету, сейчас даже имеет... Ну, хотя нет. Я скажу, что она имеет больше импакта для этого перса. Так, не особо. Но она просто мощнее, получается. Плюс, ну, мечу хоть ты и качаешь стихийку, да, но от стихийки его мили-часть скилится слабее, чем от милишки. Но, по-моему, дело просто в том, что у заточек молнии лупят больнее и рикошетят много раз. У нее скорость атаки выше. Хоть я понимаю, что меч фиолетовый. Может быть, красный будет намного мощнее. У него, по-моему, скейл 150% становится, если не ошибаюсь. Не уверен, что он спасет ситуацию прям. Изменит так кардинально. Вот список урона. Кибершар замечательно. Шапочку можно взять. Слоенок, то, что надо. Мишку берсерка. В принципе, с учетом того, что он мне дает еще и реген теперь. Скорость атаки тоже полезно. Давай возьмем. Ролл за 0. Одноглазого червя можно, в принципе, тоже взять. Но надо, дальность будет возвращать себе постепенно. Огонь разгорается быстрее, я даже не знаю. Факел 1200 урона, можно его заменить. Ни одного громового меча, просто их нет. Но один наш верный, с самого начала, как мы нашли, вот так с ним играем. Вот, обидно, конечно, что вот есть оружие, знаете, такие, которые вот высокого качества именно встречаются только лишь. И из-за этого с ними... На них и перестроиться тяжело, а сделать полноценный забег с 5-6 такими оружиями вообще практически невозможно. Даже если тебе со старта такое оружие выдали. Но я до сих пор ни одного не видел. Потому что это надо находить не просто там улучшать постепенно, а находить сразу фиолетовым. Оно и не скоро будет доступно тебе, да? Ну, на раннем этапе редко такое можно найти. Мало шансов. Так еще и на позднем этапе тоже попробуй найти. Даже с удачей. В итоге получается вот как-то так. Сундучки стабильно дропаем. 27 левел, кстати, так-то на самом деле вроде опыта много набрали для 19 волны. Уровень хороший. Еще того, что у нас минус опыт был изначально. Металлодетектор. Ну, давай возьмем, ладно, хрен с ним. Гриб. Чуть-чуть регена. Хочу чуть-чуть регена, хочу что-нибудь другое. Три брони, хорошо. Реликвия Сифт. Можно будет не бегать за материалами. Честно говоря, не хочу на нее тратиться. Мне не так, не то что напряг за ними бегать, мне нормально, я вполне чувствую себя. Проки бы стабильно сразу же срабатывали от слоенка, да, но... И от того самого, как его, от обезьянки. Я уже объяснял целую кучу раз. Не буду я, не хочу ее брать, слушайте. Странный призрак. Пламенный кастет. Может, пламенный кастет взять? Блин, ну у него... Потом он только поджигать будет. Поджигает он сильнее, конечно, чем факел. Но факел, он по второй половине волны не перестает дамажить, потому что стихийка у него работает на мили часть. С другой стороны, у него такой маленький урон, что у рукопашки свой базовый выше. Так-то лучше его, он и лупит чаще гораздо. Давайте я его залочу, да, наверное. Кипящую воду можно взять будет. Факел не получится сейчас разобрать и пить кастет. Неистовство. Работать будет только на первой половине волны. Дальше нет. Не хочу брать. Электрозаточка. Плочим. Можно купить вместо своей. Можно было вместо факела купить.
Так, не знаю, что у нас сейчас призрак и боссы. Может, не стоило так делать, конечно. Не стоило брать призрака. Что ты там волновался насчет элитки с призраком, да? На босса взял себе вообще. Молодец. Хотя бывает такое, что одна элитка против не двух боссов, конечно, но далеко не всегда. Одно не сработало. Ауч. Не уверен, что снесем нормальных, потому что вот сейчас у меня молнии начнут мощнее бить, конечно, но... Настолько ли, чтобы затащить прямо? По-моему, одного едва ли смогу снести, если смогу вообще. Конечно, мы лупим сразу двух, но... Ох ты, блин, он сейчас бегать же еще начнет. Неприятно весьма. Ну, пигада! Еще мало проков, потому что врагов толком нет ни хрена. Одного снесли, хорошо, но этот прям очень слабо, честно. Кровавая рука! Ох, как хорошо, вот тебе процентный урон. С ней бы мы обоих снесли точно, я думаю. Краж жизни, к тому же еще, тоже очень хорошо. Металлодетектор, ну, допустим, возьмем очередной. 4 стихийки, хотя там была скорость атаки и всякое такое, тоже было прикольно. А хватит ли мне денег, если я разберу факел? Не хватит, ни хрена. Черт, как на пламенный кастет накопить, у него цена не повышается, в принципе, конечно. Ну, блин. Давайте козлиный череп возьмем, ладно. Зуб. Тоже хочу взять. Все, ролл. А, глаза бьют прям не сильно, но можно взять. Мастерство тоже можно взять. Блин, а как мне... Как мне купить этот кастет? Давайте фармить. На этой волне мы просто мало нафармили. А, ну и обнуление теперь, соответственно, не работает. Не забываем теперь, что мне очень нежелательно, может быть, брать призрака. Ну, хотя... Мы успеем отхилять это ХП, на самом деле. У нас там и регена очень много, мы быстрее отхиляем, чем ударим. Чем получим. Плюс у нас обнуление есть одно, которое меня тоже разок спасет. Призрака все еще можем брать, но... Хочу ли в совокупности факторов? Не уверен. Так, а сейчас просто стараемся нафармить. Здесь, конечно, фарм не такой хороший, прям, знаете, так, после 20 волн как-то напор монстров не на некоторое время снижается. Но, тем не менее, должно хватить. Мешков не выпало. Снова сундуков мы лутаем много, мешки бы сейчас насыпали прямо от души. Суммарно. Ну, надеюсь, что теперь наконец-таки я этот кастет куплю. В итоге да, у нас. Громовый меч дали со старта, но... Кто сказал, что он тебе дальше дропаться будет? Если бы у перца было особенно, что ты каждые 5 волн получаешь громовый меч, гарантированно, например. Тогда одно дело, да, из магазина я брать его не хочу. А так? Ну, это просто типа стартовый предмет, а дальше он уходит мимо. Когтянка, крит, чуть-чуть мили, давай. Инженерия красная, просто череп нарисован такой, и все, пусто. Факел разбираем, потому что он, ну, вообще что-то такой себе такой. Электрозаточка синяя тоже мало надамажила сейчас. Ну, тут и врагов было мало, а она, походу, на неудачном статье для себя находилась. Но мы разбираем факел, я думаю. Пламенный кастет берем. Причем электрозаточка дамажит больше, при том, что громовой меч имеет больше дальности. Хотя, опять же, для этих молний как бы им без разницы. Они все равно достают. Дубинка кактус, мины. Мы нашли второй громовой меч! Он существует! Он существует! Осталось дожить до него, да? Так, кто у меня... А, оп, мясник и мамочка, да? Нифига, у них, конечно, лезвие тут количество такое вылетает прям. Нормально держимся пока что. Но подряд нельзя получить урон тоже. Окей, одного снесли. Так, мамочку сейчас тоже загасим. Я только даже перчу первой половины волны все еще. Но тут элитки, они, да, они становятся заметно тоньше. Поэтому справились. Хорошо, ну второй громовой меч, я надеюсь, что того будет стоить. Мне, конечно, интересно посмотреть, что будет делать красный. Я, в принципе, могу в супермаркете чекнуть. Но надо брать второй фиолетовый, чтобы все-таки склонить чашу весов больше пулом в его сторону. Ну и надеюсь, ну в 2 граммовых меча все равно будет веселее. Хотя, опять же, они слабее, чем заточки, вроде как. Вот сейчас проверим, кстати говоря. Сейчас такая более показательная волна мне показалась была. Пардон за тавтологию немножечко. Бывает. 683 материала на фармере. Экзоскелет. Минус крону, минус к регену. Из-за того, что минус краж жизни. Плюс крит удар, плюс скорость, плюс брони много. Давайте берем все равно. Опасный кролик. 8 милишки. Ну давай. Так, громовой меч, если посмотреть его красный цвет, вот он.
У него 150% скейл становится. 61 молния бьет, 61 остается. То есть у него молния мощнее не становится. Но их становится 4, кстати. 4 снаряда вылетает. В основном 0.7, у меня 0.8, то есть быстрее. Криты остаются такими же. Дальность та же, остальное все то же самое вроде как. Да. То есть у него повышается скейл и больше молнии вылетает. Ну и быстрее атакует немножечко. База урона повышается 2 раза. Ну неплохо на самом деле он бафает. Но в любом случае надо брать сейчас второй фиолетовый. Вы два пришельца, давайте глаза пришельца возьмем сначала, потом мастерство. Роза 0. Крепость! Вот! И у меня, видите, уклонение, которое у меня есть в овере, а вот мы его обналичили, считайте. Все еще у нас останется на фуле. Так, стихи электроточки еще одна мне не нужна. Пиявка... Можно, 4% урона она дает еще. Роза 0 одного предмета. Еще один роза 0 одного предмета. Погнали дальше. 23-я волна. В принципе, потихонечку мы вроде как начинаем раскачиваться, но у меня все еще очень мало здоровья. Мне кажется, мы умрем просто от того, что меня шотнут, если таким успехом, потому что если желудок только сейчас попадется, вот прям срочно, может быть, мы успеем более-менее раскачать здоровье. Но так у меня его прям сильно не хватает, при том, что у меня и брони-то 19, не скажу, что прям дофига как, просто норм. Прикиньте, если бы мне ковальня сейчас попалась, она улучшила эти громовые мечи. Как прям я разлакомился сразу в мыслях, представляя желанные предметы. Ну ты в каждом забеге хочешь себе не ковальню, тот самый глиста, глистов, желудок, как правило тоже, да и пораньше, да, и кольцо там и так далее. Есть предметы, которые конвертируют один статус в другой, который дают огромный баф, да, там типа рука та же, ее можно найти когда угодно, она сразу тебе даст все, все и будет работать отлично. А есть такие, которые именно стакают себе статы и их силы именно чем раньше встретишь. Рикошет! Пам-парам. Рикошет работать будет на громовые мечи. Эти снаряды начнут отскакивать сразу же. Это мощно. Но минус 25% урона тоже мощно. Ну я возьму, ладно, пускай будет баф для них. Козлиный череп еще один тоже. Еще громовой меч! Воу! Воу-воу-воу, погодите-ка. Вот это да. 12790 урона нанес он. 11000 электрозаточка, кстати. 14600 вторая электрозаточка, правда. Здесь 10000. Здесь 3300 вообще. Здесь 10200. Наверное, надо пламенный костец скидывать. Хоть я его покупал, я его скидываю. Остается опять электрозаточки. Крепость давайте качаем. Это 57% урона перед элиткой. То, что надо прям. Большой баф. Милая обезьянка. Так и хочется. А с другой стороны дорого. Давайте искать что-нибудь другое все-таки. Панда. Много хп, много удачи. 12 хп, надо брать, слушайте. Электроточка красная. Я, наверное, не буду ее лочить. Я надеюсь все-таки, что мы эту скинем. Не готов я перепродавать за такую стоимость. Просто такое. Ладно, поехали. Надо хп увеличить, поэтому да. Поэтому панду я лочу себе, собственно. Не ради удачи, ради хп в первую очередь. Потому что я его почти никак не качаю. Я как-то чувствую, что скоро могут быть проблемы с этим. Если мы так и останемся с голым задом. Нормально. От кругов от этих частично отхватываем, частично уходим. Но в целом в итоге снесли уверенно одну элитку. Со второй уже проблем не будет вообще никаких. Просто загасили, зарезали. Окей, забег потихонечку раскачивается. Я уже так, знаете, приятно стало, что все-таки я нашел эти долбанные грозовые мечи. Небольшой такой гештальт закрывается постепенно с тем, что я все-таки с ними наконец-таки поиграл более-менее. Хотя тут, знаете, если так, если бы я не видел, не знал, что у меня тут, ну, видел вместо перса, условно говоря, такое черное пятно, я бы даже не понял, у меня там грозовые мечи или электрозаточки. Примерно ощущения были бы одни и те же, мне кажется. Особо я бы это не понял. Ответный удар, еще один компас. Плюс скорости чуть-чуть. А он инженерию дает изначально, да, вроде бы? У меня крит удара 53%, есть куда расти на самом деле. Не буду его брать. Домино, хорошо. Берем. И два брони. Броня сейчас очень хороша. Нужно ли мне мастерство, которое столько времени держусь? Наверное, нужно. Все равно у меня мили еще недостаточно. Хотелось бы больше. Панду не купить, соответственно. Пиявку покупаем. Язык пришельца. Нет, наверное. Уголь. 2 мили, 1 стихийки. 95. Давай, стоит того. Металлическая пластина тоже. Ролл. Коготь, чертеж. Чертеж не надо. Опа, а чертеж дает инженерию.
Он, походу, из-за того, что модовый предмет, почему-то на его этот самый не работает описание того. Не работает просчитывание. У него пишется плюс инженерия. Странно. Но так оно есть. Но за пришельца, ну, возьмем, хотя, опять же, у меня хп мало, и процентного урона тоже хочется больше иметь на этом этапе. Ну, процентный урон еще может быть более-менее, но с учетом того, что у меня уже есть рука и уже есть крепость, то это как бы так себе. Тоже я до конца не могу понять, почему в этом забеге так сильно статов не хватает. Вроде бы мы фармили, ну, моментами места, где-то не очень много прям, да? Но в целом не намного меньше. Однако... Общее количество статов какое-то прям, ну, не очень большое. Хотя, ну, тут перс базу, скажем так, имеет. Не то, что какую-то прям очень сильную. По своим особенностям. Минус скорость атаки там. Кстати, скорость атаки, на самом деле, она тоже апать мне. Криты у нас бафнуты, но ни один стат у меня куда-то в больших количествах не это самое, не набран. Так, если так посмотреть. Тем не менее, вроде как-то справляемся. По крайней мере, это не такой пот, не такая жопа, как было за исследователя с криптидом, где мы доджили, блин, от деревьев, и при этом статов все еще не было. Гасили в одну цель неплохо, но толпы как-то нас разгашивали на деле. 10 удачи. Дальше СКП возьмем все-таки. Так, панду давай, еще снова глаза, металлическую пластину. Костер плюс реген плюс стихийки чуть-чуть. Не, не буду. Хотя, может быть, стоило взять. Погоди-ка. Я не залочил глаза, да? Ой, ну ладно. Значит, не особо надо было. Ладно, неважно. А токсичную жижу можно взять. Она дешевле. Она реген еще дает. Хотя там костер тоже давал реген. Может быть, костер стоило взять. Не знаю я. Ранение в голову. Мне бы дальность все-таки вернуть. Ролл за ноль. Кипящая вода, две стихийки, она как-то менее выгодная для меня все-таки. Еще ролл, странный призрак, вот как раз-таки, бери хп, да. Мы не должны умереть теоретически, потому что у нас есть обнуление, и потом у нас регена 3.31 в секунду. Вот у меня странный призрак и краж жизни. Мне, по крайней мере, писали, что мы не должны умереть так. Вот давайте проверим. В эфире эксперименты, и все верно, да, все так работает, в общем-то. Все правильно, главное сейчас не отхватывать самому. Странным призраком главное следить, что, ну, если у тебя есть донорство, точнее, да, или рука, чтобы у тебя реген сработал быстрее, либо чтобы у тебя была тоже та же тихоходка, например. Может засейвить. Крест совсем уж на призраке не стоит ставить. Я просто боялся, что, когда-то боялся, что, может быть, там первая пичка зачитается сразу же. Но нет, там полноценно таймер запускается только лишь при начале забега. Как и реген. Приоритет у тебя призрак не начинает бить. А тут еще этих охотов, в случае чего. Так, деревца рубим. Отлично, плюс сундучок. Уже два сундука за волну. Плюс левел ап, 33 у нас. Причем 33 левел был, я обратил внимание тогда, когда у меня было 333 материала ровно. Красиво получилось, но не успел об этом сказать. И не успел сообразить сначала. Так вот, на волнах хорошо чувствуем, но что будет на 30-й? Криспер, вот попался мне предмет из ГМО. Хотя, блин, я погоди-ка, я отключил ГМО, но почему-то он у меня остался. У меня там индикатор оставался, я подставил мод, который, типа, может отключать другие моды. Отключил, а оно не отключилось. Вот тебе, получай красный предмет, который мне не нужен. Черт. Я не буду его брать, плюс скорость врагов, что-то такое. И урон за скорость врагов. Не-не-не. Кислота. Кислоту возьмем. Хоть у меня уже уклонение в минус уходит потихонечку, но тем не менее. Так, можно 3 брони, либо 4% краж жизни. Сверху они нам дадут почти одинаковое количество процентов урона, я думаю, что 3 брони будет лучше. Мне вот защищаться больше хочется, чем краж жизни получать. Давайте лучше так. Сплав. 3 мили и 3 стихийки. И 5% критов. Минус 6% уклонения, которое надо будет сейчас в плюс выводить, кстати, обратно. Но я возьму сплав. И тактичную жижу тоже возьмем. Кресло Эсти, понимаю. Знамя неистовства. Ролл. Наручники, вот. Ну, это хп лочит мне. Ну, 8 милишки приятно, 8 стихий тоже приятно. Но это только если я прям уже совсем готовлюсь похоронить забег. Если я уже настроен на то, что мы вот следующую волну не проходим. А с наручниками пройдем там на одну, на две волны больше, например. Ну, не знаю. Не хочу я их брать все-таки. И лочить их долго держать в магазине я тоже не готов. Солнечное очко. 10% критов. 21-200 урон, здесь больше, здесь еще больше. Но все еще громовые мечи слабее бьют. Но опять же, они фиолетовые. Мне кажется, что красные прям... Красные перегонят, скорее всего, электрозаточки.
Там разница не настолько большая, как, ну, ощутимая. Но и по урону не смысле сейчас. Но бафнуться электромечи ощутимо. Я думаю, что они посильнее будут. Хоть и, конечно, учитывая, насколько труднее их, блин, найти и насобирать. Но у них и преимущество есть. Ты качаешь чисто стихийку. Для тебя они все еще будут хороши. Качаешь чисто стихийку с электрозаточкой, у тебя она сама по себе не лупит, только молнии не лупит. Качаешь то и другое, у тебя и другое будет чуть, ну, не слишком сильно раскачано. А здесь особенность перса позволяет нам играть через мили. Но при этом молнии бафы тоже. Причем получается, что электрозаточка, она в основном во второй половине волны весь урон, наверное, забирает. Когда у нее, собственно, стихик начинает работать нормально. А ты кресло. Чем меня вечно посадить хотят? Разберем кожный жилет. Замечательно. Глаза берем. Худер и Трамейшн. Опа, скорость атаки 1.5% за процент к уклонению. Это хорошо. Это очень много скорость атаки. Вот это перезаливка статов как раз таки. Это целая тонна. 81%. Это мощь. Это минус 80 дальности. Надо сейчас дальность будет возвращать. А еще громовой меч. Опа. Держи. Так. 80 дальности неприятно. Особенно для электрозочки будет ощутимо, потому что у него вообще дальность станет низенькая. Но тем не менее я это взял. Теперь давайте дальность, наверное, в плюс искать. Громомеч пока держим просто. 3 ролла по нулю. Порченные стероиды, 2 мили, 2 хп. Минус скорость атаки, блин, не нравится. Не хочу. Кожаный жилет. Доминошенку. В принципе, давай. Чем домино отличается от кибершара по своему проку, кстати? Где он там вообще? При гибели врага нанести случайно врагу урон. То же самое, абсолютно. Только... урон почему-то другой. Почему? 25% скейл, эти кибершары работают отдельно, это не сумма. У него нет базового урона какого-то своего, по-моему, у него единичка типа. У домино то же самое, почему? А, стоп, у него от, у домино от скорости атаки скейл. Фу ты, блин. Понял. Все. Точильный камень тоже возьмем. Когда-нибудь, если доживем. Все это скупить, потому что очень дорого. Ну, поехали рубить. Ай. Мне кажется, 30-я волна меня снесет, честно говоря. Вот я смотрю так, как мы здесь выносим риток неохотно, прям так, медленно-медленно. На 30-й волны мне несколько ударов пропишут подряд, и я скисну. А убивать мы будем их долго. Увернуться от всего там уже вряд ли выйдет так хорошо. Особенно если элиткой будет какая-нибудь муха бешеная, которая на второй фазе очень противная. Будет вообще беда. Тут вон я, да, я две элитки-то, которые не то что толстые. Боссы будут гораздо жирнее. Я сношу почти две трети волны, в общем-то, да. Мог чуть быстрее, но не прям намного. Не знаю, можно попытаться выживать на волне, конечно. У меня немного скорости бега. Запас здоровья не то что тоже большой. Не пролетит клюки. Жопа будет все равно. Скорости бега хотелось бы побольше, конечно, иметь. Отстаем по многим статам все-таки. Вот 4% скорости бега как раз. Кислота. Не хочу я уклонение терять, если честно. Да и тем более, что это скорость атаки еще и к тому же. Для меня уже. Так, спина. То, что надо. Громовой меч улучшаем или как? Смотрите, громовой меч фиолетовый носит больше урона, чем электрозаточка фиолетовая. Причем каждый из них нанес больше урона. Давайте, 29-я волна впереди. Я хочу хотя бы одну волну пройти с красным громовым мечом. Потому что дальше можем не выжить. Поэтому сделаем так. Ролл. Электрозаточка. Ролл. Ролл. Разточка красная, понимаю. Поехали. Посмотрим, насколько он будет эффективнее. Хоть только лишь одна волна. Не знаю, что она покажет прям. По-разному бывает такое, что одно эффективнее бывает, что другое. Опять же, у меня есть Хутер Ретромейшн, что... дебафнуло мне очень сильно дальность атаки, да, и у меня электроздочки стали теперь гораздо слабее. Возможно, что из-за этого еще у нас игровой меч. Он, конечно, тоже дебафнулся, да, но... электроздочкам теперь прям вообще вплотную надо подходить, так как я редко делаю. То есть прям мы совсем обжимаем с врагами. Гораздо ощутимее для них этот дебаф. Но так, я думаю, что тут громовые мечи все-таки по статам неплохо уже выглядят. Неплохо чувствуют себя. Но как же много они потребовали. И рикошет, который им больше профита дает. И прошивание насквозь теперь тоже для них активнее.
перс тоже им подходит хорошо. Так, 652 материала. 4 брони. Просто 12% урона сверху. На нахрен. Так, электрозаточки 73, 77 и фиолетовые 55. Мечи 62, 65 и красный 72. Меньше, чем заточки, честно говоря. У него молнии слабее, блин. У заточки молния в полтора раза мощнее. И у него отскоки. У этого 4 снаряда. То есть суммарно у него все равно меньше. Это 5 раз отскоков, то есть это 6 ударов по 151. Здесь 4 молнии суммарно по 106. И все. Но они замедляют врагов. То есть он еще саппорт оказывает эффект. Ну и сам по себе он лупит гораздо мощнее. 580 против 171. И дальность получше. Но критов меньше, кстати говоря, крит шансы. И скорость атаки выше. Ой, медленнее гораздо. А, точильный камень, домино. Ролл. Павук. За отличающееся оружие плюс скорость атаки. У меня сейчас, ну, два отличающихся оружия, так сильно. И минус к уклонению даст нам минус к скорости атаки. Не хочу я паука. Как-то не очень выгодно выглядит, если честно. Дружелюбная пчела. Скорость атаки добавить немножечко. Не, не хочу. Приманка. Ну давай. Приманим еще мобов перед боссом. Ритуал можно взять. Плюс 10% урон, плюс 2% кровь жизни считается. Нормально. Хотя, может быть, стоило не брать его, не лочь, потому что я ищу что-то такое более ультимативное, более интересное. Не все подряд. Здесь ты уже не хочешь покупать просто норм предметы, хочешь искать только самое-самое ценное. Не знаю, вроде пока держимся, но такая летучая мышь здесь боссом. Элит, в смысле. Тут я могу просесть очень внезапно. Очень быстро. Не знаю, все еще непонятно, чем, какой исход будет у этой волны. Так, летучие мыши залетели. Но я почти их не бью, если честно. Мало дамажим очень. Я боссом вообще не снес, насколько хп практически, или какие подавно. Они все живые. Аккуратно. Как я и говорил, да, редко бывает такое, что боссы умирают на второй половине волны. И очень редко бывает такое, что боссы выживают полностью волны и выживаешь при этом ты. Но это тот самый зверек, который выжил на 30-й волне, но не смог никого убить. Какого-то хрена. Ускорение построек отработает на садике, которых у меня нет. Это плюс скорость атаки 7,5%. Я возьму ради этого чисто. 9% скорость атаки можно взять себе с уклонения с этого. Не знаю даже. Давайте ролл поищем чуть-чуть. Два брони, например. Надо дальность прокачать. Вот мне турелька могла бы работать вообще от хила, от ускорения от этого. Ритуал, наверное, нет все-таки. Ищем что-то прям ультимативнее. Кольцо Мстителя, ну, прям поздно. Тоже немного успеет дать уже. Мне кажется, что ближайшие волны, ближайшие там... 34-я волна может быть моим лимитом. Не стоит на него отвлекаться. Вол. Шпаста щит, кофеек возьмем. 31-я волна, 3 элитки. Посмотрим, что будет с ними. На 29-й волне, на 28-й волне мы с элитками разобрались. Но здесь они уже заметно... сложнее, их 3. Они гораздо больнее бьют, из-за этого мне труднее их атаковать тоже. Сколько приходится аккуратнее действовать, дольше хиляться. Да и набор элиток, честно говоря, не скажу, что самый приятный. Два милишных агрессивщика таких. Агрессивных милишника, точнее. И поварешка. Ох ты, блин, тихо. Сейчас там так пачка атак полетела, я думал, сейчас кисну. Скорость атаки бы побольше. Вторая половина волны идет вовсю. В целом мы себя как на первой волне половине чувствуем нормально, так и на второй примерно. То есть какого-то прям ощутимого изменения я не чувствую, если честно. Это, наверное, было бы ощутимо, если бы мы... Если бы у нас оружие были не такие универсальные, да? Но мы никого не убили, да. Мне не хватает урона. Просто забег... Прикол в том, что просто играя через электрозаточки, тебе урона хватает очень мощное оружие. Но здесь что-то не так. На каком-то этапе возникают проблемы. Фишка много скорость атаки даст. У меня вроде достаточно более-менее. Ролл. Реактивный ранец. Вот его я бы взял. Плюс скорости бега много, которая мне так нужна. Приманка. Она купится практически полностью.
Кожный жилет надо брать, потому что просто это, блин, из-за руки и крепости это много статов заливает само по себе. Поддержка сообщества не будем брать. 32 волна. Мне кажется, 34 лимит. 30... На обычных мобах мы не должны скиснуть. В целом, забегом в итоге я доволен, хотя ощущения немножечко странные. Почему-то типа урона не хватает. Вот бывают такие забеги, когда вроде бы и все нормально было. И предметы вроде нормы, все такое. Но ты все еще слабый. Не знаю. Ну, у нас, конечно, оружие до красного качества не прокачались, но думаю, что дело не в этом. Если так посмотреть по статам, и ХП мало. Регена кражи жизни просто норм, процент урона норм. Стихийки и мили, ну, среднее значение, скорость атаки среднее нормальное значение, критов можно побольше. Дальность вообще в жопе, брони просто норм, уклонение норм. Скорость атаки мало, скорость бега мало, удачи, ну, норм. То есть, нет каких-то статов, которых у меня прям в большом количестве, куда все наши деньги свалились. Улетели и так далее. Может быть, в моменте где-то мы там из-за того, что элиток не выносили. Боссов тоже, это минус красные предметы, которые нас в том числе замедлили. Больно, уже бьют, кстати. Ну и не выпало раскачек статов, только колечко было. Но в целом, приятный забег, приятный такой персонаж получился. Уже я хороню его постепенно, да? Ну книгу давайте возьмем ради регена чуть-чуть. Нами не будем, козлиный череп возьмем. И ракетный ранец берем, значит. Динамит мне не нужен, он не работает ни с чем. Наконец-то у меня будет скорость бега. Ролл, электроздочка фиолетовая. Можно ее взять, ладно уже. Улучшить свою последнюю красную. Сделать. Ну как же тяжело все-таки сделать забег на фулл базуки, например, те же, да, на фулл грозовые мечи. Электрокувалды из такого же есть, чем мы толком не бегали. Легендарное оружие там, ну ладно, оно как вишенка на торте работает. Типа там одно-две пушки там выпадет тебе, такое вполне может быть. А тут... И ты его берешь, бывает тогда, когда не запланировано это совершенно, а тут ты прям... Меч еще такой, который играет именно через стихийку, через что бывает, ты редко бегаешь. Попробуй найти его в тех несчастных забегах еще. Но сегодня побегали. Остается там последний персонаж, там что-то какой-то... То ли король был, то ли что-то такое. Не помню точно название у него. Спотомоц. А в следующий раз у нас будет Экстатониум. Начнем смотреть на новый мод. Здесь уже как-то маловато нафармилось. Хотя вот опять же, враги умирают легко. Но на элитках, на боссах проблемы появляются. Ролл. Ну, 6 хп, например. Еще у меня какой-то хп падает вообще. А, рюкзак я убрал. Я взял аркет ранец, точнее. Тыква, кстати. Есть электроздочка, которая... Ну, в смысле, электроздочка золочная моя, на которую денег не хватает до сих пор. К сожалению. Давайте кожаный жилет. Мне кажется, он будет эффективен. Сейчас. Можно взять красную электроздочку. Знаете, что если мы выживем... Давайте так, я сделал 2 красных грозовых меча и 2 красные электроздочки. Ну, 4 красные электроздочки, то есть, может быть. Да, 2 красные сделаем дополнительно своим. Если получится накопить на это все добро. Но это надо продержаться еще, а я не знаю, что сейчас будет. Комар, повар и самонер, да? Если была пачка просто самонеров, наверное, проблем бы не было особо, скорее всего. Ай. Ух ты, блин. Заливают. Хулиганы зрения лишают. Не надо, пожалуйста. Жесть, сколько как плотно по выстрелам идет. За счет хорошей регенерации мы вроде как-то еще выживаем, но меня плотность врагов напрягает. Я убегаю от выстрелов элиток, натыкаюсь на мобовские. Ай. Держимся до сих пор. Но не расслабляем булки, я уже так умирал. Я знаю этот подлый момент. Когда ты вроде бы выживаешь на волне, на которой думал, что не выживешь, тебе не хватает урона, но ты вроде бы живой. А потом ты берешь и выживаешь. Фу. Как мне теперь вопрос нафармить все это добро? Давайте разбирать всякое. Ну, да, разбираем все подряд. Электрозаточку тогда купаем эту. Или объединяем мечи для начала. Давайте объединяем мечи, мне кажется, так будет эффективнее. С
теперь надо как-то нафармить 760 материалов. Каким-то раком, вообще непонятно. Желательно за как можно быстрее. Ну давай, пытаемся. Если добьем себе фул красное оружие, я буду доволен прям. Прошли чуть дальше, чем я думал. Я, честно говоря, ожидал, что мы просто не переживем эту волну. Потому что дамаг, как и ожидал, собственно, нет, не хватает. Но мы пережили. При том, что у меня здоровья немного. Но хорошее уклонение, хорошая регенерация. Броня. И два удара подряд, я умираю почти. 48 урона стычки у моба. Ни хрена себе. На той волне было легко скиснуть. Сейчас будет еще проще постепенно. Так, тут здоровяки эти заспавнились. Надо врагов убивать, да, ведь, кстати. Я ж не просто мне надо выжить, мне надо фармить. Еще деньжата нужны, денежки. Так что, мобы, вы тут спавнитесь, пожалуйста. 531. Ну, только из сундуков прямо сейчас наберем каким-то чудом, если еще сундуков 3 выпадет за эту волну, да? А может, нафармили бы. Но за следующий успеем точно. Мишку Берсерка я, кстати, хочу взять, наверное. Нет, не хочу брать. И здесь я тоже не хочу рероли. Здесь сейчас, знаете, криты возьмем. Электроздочка, жди меня. А у меня не было утилизатора все это время. А-а-а, я металлодетектор ведь взял. Да, у меня же их 2 вроде как. 2 же? 3. 1111 материалов принес, кстати говоря. Красивенько так. Я все это время думал, что у меня утилизатор есть, если честно. Безумие можно залучить. Это еще есть куда качать. Так, ну поехали. Одну волну выживаем, мы покупаем точно. Пожалуйста, давай, держись. Не только это, причем купить сможем. Два грозовых меча — это прям немного. Это в обычном забеге можно встретить таких два красненьких. С наковальней было бы круто. Ищешь фиолетовые, они сразу автоматически красными становятся потом. С такими оружиями, которые трудно найти, это прям очень эффективно. Так, пока с толпой держишь. Так, половина волны перешла. Погнали молниями лупить. Молнии под бафами лупят у меня типа 350 от электроразточки красной, 339 от фиолетовой. И здесь по 300. Кстати говоря, разница не такая большая. А, разница не такая большая, знаете почему? Походу электроздочки 50 урона базового, или, ну, не 50, точнее, 50 это с учетом скейла нашего 261%. Просто когда у нас был маленький урон, типа там сотня, да, у громового меча, у электроздочки было 150 практически, ну, там около того. Процент урона все-таки должно было быть меньше тогда. Просто эта база перемножается на наш процентный урон, и поэтому в тот момент контраст был очень большой, потому что плоский урон не влиял настолько жестко еще. Точнее, он не влиял настолько жестко, потому что у нас его не было столько бафнуто. Зато очень влияла база, которая у электроточки выше. Поэтому она так сильно опережала по дамагу меч. И мы сдохли. Мы не выжили эту волну. Зараза. Не хватило, но на самом деле мне не стыдно, потому что меня убивали прям очень больно. Мне уже дамага не хватало даже на мобах. Не говоря о том, что я умирал с двух ударов. Фул, мое хп улетало. Обидно, что чуть-чуть не успели проапгрейдиться. Получили за это храброе сердце анлок. К параметру... Один параметр стихийный урон за каждый параметр... Постоянно к параметру регенерация. Ого! Что-то жесть. Плюс 5 регенерации, плюс 5% скорости врагов. 1х минус 2 регенерация, что? Что за 1х? Причем он идет таким, знаете, как... Второго уровня список, как будто бы это от какого-то эффекта. А, это... Минус 2 регена идет, скорее всего, это самое, как его у меня шло. Из-за феи. Только почему оно написано 1х, я не знаю. Хрен, поймут. 84 тысячи урона здесь. 144 у второй электрозаточки. 136 на этой. Меч 126. И 209, нахрен. Вот тебе и меч. Ультанул так ультанул. Это заточка 79 тысяч. По предметам, мешок 90 материала успел принести. Не то, что как-то прям много. Глаза 447 тысяч урон нанесли. А, кстати, пояс гиганта не было, между прочим, у нас тоже. То, что такое желанное весьма. Тоже бы ощутимо помогало. 221 тысячу слоенок нанес. Двое, точнее. 1154 металлодетектор. 4700 соус. Ух, тут прям наработал. 476 хп тентакли восстановили. Кибершар 653 тысячи урона. Свинья копилка 141 материала принесла, я честно, как ее взял, так сразу забыл.
63% урона дал голову кольцом мстителя. 25 тысяч ответный удар нанес. Больше серебряных пуль могли бы помочь на элитке, кстати говоря. Но мы в итоге сдохли на обычной волне, потому что не хватало дамага просто. Обезьянка 334 хп восстановили, две штучки. 2469 сэкономили кролики. И вот как-то так получается у нас все. В целом я забегом доволен, хотя могли зайти чуть-чуть подальше. Можно было, но могли сдохнуть раньше. Величайший, вот, да. Потому что у нас король типа есть в оригинальной игре, а здесь величайший. Плюс, ну, хп стандартная. На старте вы получаете корона. Корона это, которая на сбор, да. На старте вы получаете мудрость, которая постепенно настакивает себе урон. На старте вы получаете предмет плащ. Он типа чисто как выглядит, так и работает. Подожди, плащ это... Подожди, плащ это же который красный предмет. Жесть. Минус к выпадающим материалам, плюс 10 сбора. То есть он хочет сбора набрать, потому что корона есть со старта. Урон у него как его собирается. Сначала у него минусовой, но в процессе волны он увеличивается. Ну и плащ ему дает мощные бафы. Величайший Дракула, да? Просто вот как... Он буквально, смотрите... У него буквально корона на голове, плащ, а мудрость-то вот, оно лицом его чисто. Он буквально собран из этих предметов визуально. Вот такой вот завалный персонаж. На этом же, ребят, мы на сегодня закругляемся с вами. Он будет у нас через серийку. Пишите свои мысли касаемо героя, касаемо электромечей. Как у вас впечатление с ними, собственно, от грозовых мечей, громовых. От этого перса. Касаемо забега пишите свои мысли, ребят. А так, подписывайтесь на канал, мне будет очень, ребят, приятно. Вступайте на сервис, хотите пообщаться, в группу ВК, давайте оценить не только. Не забывайте оценить видео, оставить комментарии. Ну а я ждаю вас в прошлом стране, такого же дня, всегда начинал встреч. Всех пусть и всем пока. Пока.